И прямо сейчас мы отправляемся в живописное место, на самый настоящий курорт, всего в 10 километрах от Санкт-Петербурга. Расскажем, как провести новогодние каникулы на свежем воздухе. Татьяна Павлычева уже занимается этим приятным делом. Нам все расскажет. Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Петербург! Мы в одном из самых любимых мест Октопарка на Лесном. Катки уже сейчас здесь, как видите, отдыхают петербуржцы. А мы поговорим о том, какие еще развлечения их ждут здесь с генеральным директором и управляющим партнером сезонного курорта Октопарк Геннадием Анатольевичем Мусиенко. Доброе утро! Геннадий Анатольевич, вот чем же популярен именно этот каток? Почему он так любим? Ну, наш каток в Октопарке является уникальным. Здесь уникально все. Уникальна его форма, уникальна его подсветка, уникальна его площадь порядка 5500 метров. И мы ежегодно улучшаем подсветку, мы делаем, улучшаем форму. И поэтому люди, попадая, наши гости, попадая на наш каток, они оказываются в атмосфере праздника и волшебства. Они находятся в самом сердце леса, они могут отдохнуть, они получают незабываемые эмоции. Когда мы видим лица наших гостей, мы видим, что они просто попадают в детство. Это невероятное и самое, пожалуй, лучшее впечатление от катка. А вот если говорить о том, какие еще здесь есть развлечения, помимо катка, то как могут провести активное время петербуржцы здесь в дни зимних праздников? Конечно, мы всегда рады нашим гостям. Мы считаем, что наши гости самые лучшие и самые уникальные. Мы готовились задолго к зимнему сезону. У нас есть прекрасные коттеджи, у нас есть прекрасные номера в отеле. У нас 10 горнолыжных трасс, у нас трасса для беговых лыж. У нас уникальное колесо обозрения, у нас уникальный динопарк, у нас уникальные ватрушки, у нас уникальный построенный в этом году спа-комплекс, более 7 тысяч квадратных метров с бассейнами, хамамами, саунами, у нас уникальные бани дзен, и у нас уникальные рестораны, кафе, бистро, где можно выпить глинтвейна, покушать. На любой гость найдет себе развлечение по вкусу. И как же будет работать Октопарк в дни зимних праздников? Наш курорт работает 365 дней в году, а в следующем году, соответственно, 366 дней. Мы работаем круглосуточно, мы работаем без перерывов. Мы всегда рады нашим гостям. И наши сотрудники делают все для того, чтобы то ощущение волшебства, то ощущение праздника оставалось нашими гостями постоянно. Те позитивные эмоции, которые они испытывают на нашем курорте, это, пожалуй, самая важная ценность для нас. И наша команда делает все возможное, чтобы это стало наилучшим впечатлением людей, праздничным впечатлением 366 дней в году. Геннадий Анатольевич, я хотела бы также вас спросить, вот что бы вы пожелали петербуржцам в новом году? Я хотел бы пожелать петербуржцам того же, что и себе. Здоровья, благополучия, терпения, незабываемых позитивных эмоций и удачи. А мы в Октопарке хотели бы загадать самое важное желание, чтобы все наши гости всегда получали только позитивные эмоции и приезжали в Октопарк, находясь в атмосфере волшебства. С Новым годом! Спасибо большое, Геннадий Анатольевич. Всего доброго. Наступающим! Что ж, я также присоединяюсь к поздравлениям, дорогие петербуржцы. Вдохновения, удачи, успеха, исполнения всех желаний вам в новом году.